Дорогие друзья, но, очевидно, немногие из вас знают о том, что Мира Михайловна обладает уникальным талантом русской женщины и матери, которая воспитала в лице сына замечательного композитора, песни которого прочно входят в репертуар не только хора имени Пятницкого, а и многих знаменитых коллективов нашей страны. И заслуга Миры Кольцовой в том, что она сумела передать своему сыну огромную любовь к своей родине, отчизне, которую он воплощает в своих песнях. И ансамбль «Березка», и такие песни Филиппа Кольцова, которая одна из них прозвучит сейчас, и Мира Михайловна Кольцова для современной страны, для современной России. Вы – гордость России. Надо печать.